Новая площадь символов появилась в городе Святынь, Туркестане. Здесь установлен флагшток высотой в 62,5 метра. Он стал третьим по высоте в стране. Ширина развивающегося государственного флага 12 метров высотой, 24 метра. Сегодня полностью благоустроенная аллея стала излюбленным местом отдыха для горожан и гостей юга. Здесь также установили каменные плиты с выбитыми на них крылатыми фразами о любви к родной земле. Парк построен на средства из госбюджета. Это место необычное и красивое. Чинно расположился здесь. И герб, и флаг, звучит гимн. Ночью все светится. Можно погулять почти как днем. Что говорит о нашей государственности? Конечно же, неповторимая символика страны. На обустройство площади государственных символов было направлено 250 миллионов тенге. Все средства освоены, решены вопросы благоустройства.